3, 2, 1. И елочный пар приключений санаторно-гостиничного комплекса «Изумруд» открыт. Внимание, внимание! Всем пройти инструктаж и застегнуть страховочный карабин. Посетителей веревочного парка санаторно-гостиничного комплекса «Изумруд» ждут улетные приключения. Две воздушные трассы с различными уровнями сложности для всех, кто желает испытать свои силы. Самое сложное – это вот идти по бревнам, насколько мы уже поняли, потому что дети довольно-таки равновесие там теряют, побаиваются. А так, в принципе, ничего такого особо сложного. Очень интересные такие маршруты есть, прохождение, особенно там. Проезд на тележке, допустим, очень интересная, тролли, на которых они катаются. Каждого, кто попал в эту страну приключений, начинают переполнять эмоции. Так же, как учеников Фосагрокласса из 25-й школы, которые первыми испытали на себя все сложности воздушной трассы. Я на самом деле любитель экстремальных каких-то видов спорта. Мне всегда хочется попробовать что-то новое. Перед стартом, конечно, были какие-то небольшие волнения по поводу того, как же это будет и как в основном я себя почувствую. Но на самом деле все оказалось очень захватывающе, было очень, так сказать, круто и весело. Для меня это было нечто новым, что я смог попробовать. В день открытия в парке приключений прошли первые состязания. Несмотря на то, что некоторые участники до этого ни разу не покоряли такие захватывающие вершины, до финиша дошли все. Ну а подарки победителям вручил генеральный директор компании «Фосагро» Андрей Гурьев. Победитель наших соревнований, занявший первое место, Никита Матистов! Парк приключений появился на территории санаторно-курортного комплекса «Изумруд» не так давно, но уже успел полюбиться балаковцам, так же, как и другие объекты санатория. С каждым годом «Изумруд» сияет все ярче. В этом сезоне здесь отремонтировали первый и второй этажи основного корпуса. Появилась детская комната, два конференц-зала, а местная столовая превратилась в настоящий ресторан. И новый, самый крупный в городе парк приключений в «Изумруде» станет еще одной достопримечательностью. Подарки такого масштаба в год своего 45-летия балаковский филиал АО «Апатит» группы «Фосагро» дарит балаковцам уже не первый раз. Мы буквально с первых дней этого года получаем просто несказанные подарки для города и, самое главное, для жителей города. Просто шикарный мирового уровня открытый парк для всех жителей города Балаково, который позволяет посмотреть всю красоту, которую можно сделать здесь, на вот этой небольшой территории. Огромное спасибо компании «Фосагро» за такие мощные подарки для всех жителей Балакова. У вас огромное сердце, огромная любовь для всех. Посетить парк приключений могут все желающие старше 6 лет. И будьте уверены, море эмоций и ярких впечатлений обеспечены.